Приветствую вас, Алексей. Судя по описанию, вот, судя по тому, что я могу видеть, вы, вероятно, довольно сильно боитесь отношения потерять. Вы, вероятно, довольно сильно боитесь потерять свою девушку, если я правильно понимаю то, что вы пишете. Вот, вы боитесь ее потерять. Вы, ну, как бы сказать, довольно много внимания уделяете тому, как общаться. То есть довольно много уделяете внимания тому, как взаимодействовать с, ну вот, собственно, с девушкой. Вот. Это, конечно, довольно такой мощный показатель того, что вы в отношениях, ну, чувствуете себя неуверенно в себе. Вот. Может быть, это связано с тем, что вам трудно себя принимать. Может быть, это связано с чем-то еще. Сказать тут так, вот так однозначно сложно, ну, честно говоря, я, наверное, не хотел бы этого делать, потому что вариантов достаточно много. Вот. Ладно, немножко другое, что если вы боитесь, вот, ну, если вы на самом деле боитесь девушку потерять, вот, свою, то вам надо бы, как мне кажется, поработать с чувством этого страха, потому что он вам будет мешать, он вам, в принципе, уже достаточно сильно мешает, как мне кажется, и не позволяет вам быть собой, не позволяет вам чувствовать себя свободно, не позволяет вам раскрываться, если можно так выразиться. Вот. И, соответственно, это может быть довольно серьезной проблемой для вас, если вы хотите отношения сохранить. Вот. Что еще можно выделить? Еще, наверное, еще можно выделить то, что у людей, вот, ну, в частности, вот, у вас, может быть недостаточно общего между вами. Это такая вот позиция, когда там у людей страсть, у людей отношения, но при этом общего вот совсем получается как-то немного. Вот, и вполне может быть такое. Я не говорю, что это 100% так, потому что я не знаю. Но вот то, о чем вы говорите, наводит меня на такую мысль, что, может быть, между вами недостаточно общего. И с этим связано то, что вы вот чувствуете, что вам не о чем поговорить, и так далее, и так далее, и так далее. А отношения сами, за них вы пытаетесь держаться, за отношения сами вы пытаетесь цепляться, потому что, по-видимому,
А без них вам будет плохо. Поэтому вы боитесь потерять, ну, человека. Вот. Боитесь потерять отношения. И, может быть, в целом чувствуете себя довольно зависимым от, ну, девушки, да, ну, вы можете чувствовать себя зависимым от девушки. Вот, вполне можете ощущать себя таковым. А, вот. Ну, и не знаете, что с этим вообще делать, как вам с этим обращаться. Вот. Ситуация неприятная. Ага, в любом случае. И сперва вам нужно разобраться с тем, как мне кажется, что в этой ситуации вашего. Ну, от вас вашего. То есть вот какая, собственно, ваша сложность, конфликтность, проблематика вот здесь решается. Дальше уже смотреть по ситуации, соответствует вашими ценностями и так далее. Вот. То есть я думаю, что дальше будет корректироваться направление, по которому вы хотите отношения развивать. Вот. А больше внимания вам бы нужно уделять себе. То есть, опять же, да, вот когда человек чрезмерно заинтересован в общении с другими, то что это значит чрезмерно? Иначе, когда он пытается в общении с другими людьми опереться на этих людей. Вот, естественно, становится зависимым, не может себя проявлять естественно. Вот, и это становится проблемой. Вот. Это становится сложностью для выстраивания контакта, потому что получается таким образом, что контакт не совсем естественный. Страхи. Они, как правило, страхи, связаны с тем, что есть некоторые требования, вот, есть некоторые требования к себе у человека, который он не в состоянии реализовать, сам не в состоянии реализовать эти требования, но которые он считает обязанным реализовывать. В этой ситуации малейшее действие, то есть, ну, вот малейшая история, когда возникает проблематика, да, вот, того, что не получается реализовать требования, то возникает такая проблематика, вот, то сразу же появляются страхи, появляются трудности, появляются какие-то переживания,
вот, в том числе негативный. Вот, и в итоге, конечно, человек себя чувствует, мягко так говоря, нестабильно, мягко говоря, не в своей тарелке человек себя сейчас. Вот. Поэтому то, о чем говорите вы, да, то, что вы описываете, это вот, как мне кажется, про это, как мне кажется, это про ваши вот страхи, про ваши переживания и так далее, ну и про невозможность и в отношении выйти и отказаться, отпустить, невозможность отпустить. Это, конечно, то есть тоже бывает довольно сложно сделать, не просто сделать, безусловно. Вот, а в целом, я думаю, такой момент, на это хотелось бы обратить ваше внимание. Как мне кажется, там довольно важно, довольно значимо. Вам уже, понятное дело, решать этот момент, вам уже, понятное дело, решать, как реагировать, но я думаю, примерно так можно ответить. Слишком требовательный к себе, это чувствуется, но требовательный вы к себе там, где внимательны, там, где вы к себе невнимательны, там вы к себе не требовательны. Из этого получается некоторая разрозненность, из этого получается некоторый диссонанс, который может превратиться в толк. Вот. Поэтому на что сейчас следует обратить вам свое внимание. На самом деле, по моему мнению, на что нужно обратить вам ваше внимание, так это на энергию, которая тратится вами на поддержание отношений. Энергию мне кажется, нужно вам сейчас свою отследить, а точнее даже отследить, может быть, не столько саму энергию, сколько ее затраты, затраты энергии. Вот на что, образно говоря, ваша энергия тратится? Куда, образно говоря, уходит ваша энергия? Вот это то, на что, мне кажется, вам нужно ответить себе. Это то, о чем вам, как мне кажется, нужно подумать и прийти к какому-то решению. Понятно, что это решение может быть не совсем удобным, понятно, что это решение может быть не совсем привычным, это решение может быть некомфортным, но здесь важно, наверное, чтобы вы постарались увидеть вот то, что вот с вами происходит. Чтобы постарались заметить вот эти вот просадки, если можно так выразиться, просадки энергии, которые у вас происходят.
На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой. Желаю всего самого доброго и удачи.